Я рад приветствовать всех, кто здесь собрался, искренние души, ищущие Бога. Все мы божественные, святые души, но немного забыли об этом, потому что воплотились в материальном мире, материальный мир, плотные очень, плотные энергии материального мира. Когда эти божественные души воплощаются в материальном мире, эти плотные энергии воздействуют на них. Если душа еще недостаточно утвердилась в божественности, при воплощении, нисхождении в плотные слои материального мира, называемого сансара, это изначальная врожденная божественность, как бы забывается, но она никуда не теряется. И когда она как бы забывается, она, значит, уходит на второй план. Всем нам присущи изначальные чувства счастья, свободы. Но оно не осознается ясно, отчетливо. Наша божественность как бы скрывается от нашего ума, а наше сознание, получив тело, начинает привязываться к телу, считать себя телом. А раз тело, то это и материальные вещи, и материальные отношения, время, пространство, закон причинно-следственных связей. И все многообразия, все сложные отношения этого мира. Так душа как бы оказывается забывшей свою божественную природу и пойманной в клетку материального мира. Но на самом деле она никогда не теряла своей божественности. Ее предназначение только одно – осознать свою божественность. Возвратиться к своей божественности, вспомнить свою божественность, реализовать свою божественность. Когда мы реализуем свою божественность, нам больше не придется страдать ограниченным законом кармы. Нам не придется быть в неведении, в заблуждении. И драгоценное человеческое рождение, оно предназначено для реализации своей божественности. Оно ни для чего другого больше не предназначено. Вот есть виды недрагоценных рождений, то они предназначены для отработки кармы. Ну, например, человек родился из-за ненависти к другому. У него с прошлых жизней накопилась ненависть, желание мести, мести. И эта мысль стала доминирующей, так что она вытеснила все другие мысли. И он, может быть, много сотен лет ждал, пока можно будет воплотиться вместе с той душой, которую он хочет отомстить. Потому что не всегда можно воплощаться вместе. И некоторые души ждут, пока появится возможность воплотиться в одно и то же время, чтобы отдать друг другу карму. Или привязанность. Привязанность, привязанность, привязанность. И в тонком теле она затмила все другие мысли. Человек стал одной олицетворенной привязанностью. Но та душа, к которой он привязан, может быть, отрабатывает карму в теле животного, в мире ада, на небесах, в мире сансарных богов. В мире асуров, и сразу ее невозможно реализовать. Тогда эта душа ждет, пока эта душа воплотится на земле, с тем, чтобы она тоже воплотилась, и эта привязанность была удовлетворена. Она может сотни лет ждать. И вот ее желание привязанности может очень сильно накопиться. Она рождается только с одной целью – испытать, воплотить, реализовать эту привязанность. И все мы знаем какие-то великие истории, связанные с привязанностями. Данте и Беатрича, Лаура и Петрарка, Ромео и Джульетта. Это из той серии. Это воспевается в мире людей, но с точки зрения дхармы это нельзя назвать драгоценным человеческим рождением, потому что карма, приведшая душу в этот материальный мир, другая. И тот, кто погиб на поле битвы, но у него была месть к своему сопернику, и он долго вынашивал в тонком теле, он жил долгое время как дух в тонком мире с одной целью – отомстить. Уже поменялось время и пространство,
но его ум не поменялся. И когда появилась возможность воплотиться его врагу, он рождается. Иногда он даже может выбрать рождение его сыном. Неважно, чтобы быть рядом. Он думает, что он как бы... Но когда он рождается, он уже забывает. Его тонкое тело имеет эту карму, но его понятийный ум не помнит уже этого. Но так случается, что карма его тонкого тела все равно уже... Они заряжены воплощать это. Либо человек в прошлой жизни был нищим, умер в нищете, но он мечтал о богатстве. Вся мечта была о богатстве, богатстве, богатстве. Стать как они, стать как элита, стать как олигархи, прорваться наверх. Все его сердце было отдано богатству. Он умер с этой мыслью. И он, эта мысль захватила его в тонком теле, вытеснила все другие, потому что тонкий мир, он такой, что если есть какая-то главная мысль, она захватывает душу целиком. Там нельзя любить чуть-чуть, нельзя ненавидеть чуть-чуть. Тонкое тело таково, что там все делают от души. Вот что у тебя есть в душе, тем ты и являешься. Там нельзя что-то наполовину делать, там надо отдаваться полностью тому, что есть у тебя в душе. И такая душа начала жить ради богатства. В своем уме накопило намерение богатства. И с этим великим намерением она воплотилась. Быть богатым везде, всегда. Быть только богатым. Любой ценой. Когда душа воплощается, конечно, она все это забывает, потому что воплощение даже у святых отбирает память, так говорят. Не у всех, конечно. Шок от встречи с материальным миром, с материальным телом, погружение в плотные кармы на некоторое время блокирует связь с тонкими телами. Но карма тонкого тела никуда не уходит. И эта душа затем действует, но ее подсознательные наклонности заставляют ее искать то, чего она искала раньше, перед рождением. Драгоценное человеческое рождение означает, мы родились не для этого. Означает, что мы не искали всего этого, мы хотели духовного развития. Мы хотели Бога, мы хотели мудрости, истины, свободы, счастья, святости. И мы избрали рождение именно для этого. И даже если мы при перерождении забыли, наш ум забыл, то наша душа не забыла. Она все равно тянется, она все равно ищет, несмотря на препятствия. И вот святые говорят, что драгоценное человеческое рождение, оно предназначено для познания Бога, познания истины, ни для чего другого. В нашем теле содержится очень много божественных энергий, секретов. В нашей душе очень много божественных элементов. И оно предназначено для реализации божественного. И вот использовать по иному назначению, это все равно, что вот если есть iPhone 7, там очень много программ, сложный девайс, очень много... Тысячи людей работали над тем, чтобы его создать. Очень много функций, встроенных, скрытых. Сложная система. Но если вы не знаете, и вам кто-то сказал, это хорошая коробочка, можно ее под кофе. На него можно ставить кофе. Можно им гвозди забивать. И вы не знаете ничего. Вы ставите его как подставку для кофе, забиваете им гвозди. Но вы не знаете, какие возможности там встроены, запечатаны. То есть вы можете всю жизнь эти возможности изучать, а не изучите до конца. Очень сложные технологии, квантовая физика, все развитие человечества, которое оно прошло, вложено туда, весь научный потенциал. А вы не знаете об этом. Вы ставите на него кофе, забиваете гвозди. То же самое и с нашим телом. Это очень сложная технология. Очень много богов трудилось над этим. Божественные силы вложены туда. Потенциал невероятный. Но когда мы используем его просто для обыденной жизни, для удовлетворения желаний, это подобно тому, как мы используем iPhone не по назначению. Драгоценное человеческое рождение говорит, раскрой потенциал. В этой трубке, в этом сложном устройстве ума и тела содержатся великие силы, великая мудрость, великие возможности. Но надо это все изучить, надо сконцентрироваться на этом, надо применить это.
И мы, как божественные души, осознали это. Поэтому мы здесь. И мои благословения, чтобы вы шли дальше по этому пути, и эти благословения у вас раскрывались все больше и больше.